В родном городе Джани Мотти побеждает не итальянец, хотя подавляющее большинство итальянских спринтеров в десятке сильнейших, но их объехал Роджер Клюге. И как же они зависли после того, как выехал Поццато? Спринт был очень тяжелый физически. Поворот был тоже коварный, заставил этот поворот дать по тормозам, хотя, к счастью, не было там завала. Пиппо Поццато ждал этого дня всю гонку, по всей видимости. Порсев рановато оказался впереди, конечно, и с его колеса пошли разыгрывать. Силы были, скорость была, и командная работа на разных участках была сделана тоже отличная. Ну а дальше вы видите, Модоло не хватает мощности, не хватает резкости. Ницоло запоздал также.